только одни замахи, а бросков нет. Холиос. Тернберг выходит за лицевую. Тернберг ее достает. Кронвал прицелился. Еще один бросок. Ну, смотрите, как надвижно порой играют защитники Лады. Еще один бросок. И очередную атаку. Да, мы смотрим, как развивалось предыдущее выступление железнодорожников. Бросил мощно кистями Кронвал. Шайба пролетела выше ворот. Ударилась о лицевой бортик и отскочил на клюшку Новотный. Новотный же...